and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh-oh, and if you fold it up, eh-eh, Tamina, mira, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mira, eh-eh, waka, waka, eh-eh, Tamina, mira, sangalewa, this time for Africa. For Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh, Tamina, mina, sakalewa, anawa, ah, ah, Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh, Tamina, mina, sakalewa, it's time for Africa. Команда забудли, тогда было 6-0 со счетом, да? То сколько голов забили эти в первом тайме, помните хотя бы? Да, мы голы не считаем. Почему? Да. Вот в прошлом... Футбол играем. В прошлом матче вот ты красивый гол забил, вообще шикарный. В этом матче не получилось почему-то. Мирон. Нет, без этого. Серьезно, с травмиром. Вот вратарь пенальти отбил в этом матче вообще шикарно. Как вообще получается? Ты в прошлом матче тебя не было. За кого ты играл, тренировался где-то, как вообще? Нет, не играл ни за кого. Просто заявили, вот играл. Нервничал первым. А пенальти как отгадал вообще? По глазам или? На ура. Че вообще, как команда настроена в этом чемпионате? Первое место занять или как? Все команды настроены на первое место, ну, как писал Ливерпуль, так они первое место никому не хотели отдавать. Оказывается, только на гостевой могут писать. Ну, на деле доказали, да? Доказывать уже не могут. Хорошо. Хорошо, поздравляю команду Зубутли. Представитель команды Ливерпуль после матча с командой Зубутли проиграли 6-0, к сожалению, да? Вот с чем связано поражение? Точно даже не могу сказать, в чем причина. Тупо, наверное, перегорели. Настраивались, честно говоря, тоже серьезно очень. Ожидали победы.
сожалению. Говорят, на форуме там ваша команда много говорила, Ливерпуль непобедимый, туда-сюда, вот зубутлинцы даже настроены были именно вас выиграть. Сейчас говорят, вот, оказывается, на гостевой они могут говорить много чего, а на деле на футбольном поле не показали. Что ты можешь сказать? Честно говоря, не совсем так было. Говорили как раз-таки они, и меня как раз-таки задели их слова, и я поэтому и настраивал пацанов, чтобы показать, что их как раз-таки слова будут как бы противоречивыми. Получилось, да, что? Сейчас трансферное окно было, у вас изменения какие-то произошли, может, с этим связано ваше поражение такое крупное? Ну как, у нас все равно, основа все равно та же, трансферы чисто вот усилили скамейку. В принципе, они отыграли нормально, я не считаю, что дело с этим, когда проблемы с этим связаны. Я не могу толком объяснить, в чем проблема. Наверное, я считаю, что мы просто перегорели, чересчур сильно настроились, наверное, на матч, вышли, наверное, как бы... уверенными, что мы сможем, мы выиграем. Ну, игра до футбола, из футбола не получил. Наверное, где-то и момент, где я не забил пенальти, может, тоже сказался. Забей там пенальти 2-1, и, наверное, и эмоции другие, и настрой другой был бы уже. Не знаю, не получилось. Ну, надеюсь, ваш разбор сделает после матча, и к следующему матчу соберетесь. Хорошо, давай, удачи вам.